Привет, чемпионы, с вами Поча. Меня зовут Сергей Почкунов. Я профессиональный хоккеист, я мастер спорта международного класса по хоккею с мячом. Более 30 лет на льду. 4 раза выигрывал медали чемпионата мира. В своей действующей карьере я провел более 800 официальных матчей, где набрал по системе гол плюс пас более 750 очков. Сейчас моя карьера продолжается в Швеции, в шведском клубе Элитсерии. Клуб называется Фрилесос. Шведская лига одна из лучших в мире. Я из спортивной семьи. Отец мой играл в хоккей с мячом за знаменитый клуб «Динамо» Алма-Ата. Мама играла в баскетбол, привлекалась в сборной Казахстана. Также династию спортсменов в нашей семье продолжает мой сын. Вот мой сын Иван, ему 11 лет. Был в российской команде, сейчас играет за шведскую команду, так же, как и я. Я ему ставлю технику катания. Вань, скажи, в чем тебе помог мой курс? Что ты смог улучшить? Я смог улучшить устойчивость. При силовых приемах я стал больше оббегать соперников. И еще недавно был турнир, он проходил 6 матчей. И я там забил 12 голов и отдал 6 ассистов. Когда я выезжаю с виража за воротами, я чувствую скорость и преимущество в скорости. И у меня получается обыгрывать игрока и создать хороший момент. Также у меня были великолепные партнеры по команде, и есть они сейчас, из разных точек мира. Я все это собрал в один курс, опыт моих наставников, партнеров по команде, сборная Казахстана, чемпионаты мира. Все это я собирал по крупицам и теперь впервые выдаю в своей жизни. Какие плюсы вы получите, если вы придете на мой курс и улучшите катание? Первое. Будете быстрее на площадке. Второе. Сможете устоять на ногах при силовой борьбе. Третье. За счет техники катания будете меньше уставать на льду. За счет техники катания вам будет легче обыгрывать игроков другой команды. Какие минусы могут быть, чего вы лишитесь без техники и координации катания? Первое, не попадешь в состав. Второе, проиграешь силовую борьбу. Третье, не будет скорости. Четвертое, не будет координации на льду. Пятое, риск получения травмы. Я покажу вам важные элементы в технике и координации катания, которые помогут вам попасть в состав и быть лидерами в ваших командах. Поехали вперед!